Госавтоинспекция Мордовии завершила оперативно-профилактическое мероприятие «Перевозчик». В ходе нее в районах республики проверялись автобусы и маршрутки. Подобные профилактические рейды, по мнению инициаторов, должны снизить аварийность на пассажирском автомобильном транспорте и исключить нарушение правил дорожного движения. Кроме этого, сотрудникам госавтоинспекции особое внимание уделяется на легальность деятельности перевозчиков, согласование маршрутов перевозок с органами власти, наличие мест организованной стоянки автобусов, условия для проведения предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдение режима труда и отдыха водителям при управлении автобусами. Только за один день операции в Рузаевском районе сотрудники ГИБДД досмотрели 47 автобусов. У водителей проверялись необходимые документы, наличие тахографа, огнетушителей, медицинской аптечки в салоне, а также исправность запасных выходов. За время проверки рузаевские инспекторы ДПС выявили 10 нарушений правил дорожного движения, среди которых управление неисправным автобусом, отсутствие тахографа, нарушение правил перевозки пассажиров. На должностных лиц были составлены 2 административных материала. Подобные проверки прошли и в Ковылкинском районе. Здравствуйте. Старший инспектор ДПС Осташкин. Проводится операция «Перевозчик». В Ковылкино в 43 проверенных автобусах полицейские обнаружили 17 нарушений. 3 должностных лица теперь понесут ответственность. Как отмечает Республиканская госавтоинспекция, мероприятия, связанные с контролем за выполнением требований в области пассажирских перевозок в Саранске и районах республики, будут продолжены в ежедневном режиме. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».